Я Евгений Киселев. Я возвращаюсь. Хотя я остаюсь там же, где был. Я по-прежнему на Великой реке, на ее высоких берегах, с которых мне все видно. Днепр разделил мою жизнь пополам. Я давно уже живу и работаю вон там, на высоком правом берегу Днепра, в Киеве. Но другая часть моей жизни прошла далеко-далеко за левым берегом. В России, в Москве, я продолжаю внимательно следить за всем, что там происходит. А были в моей жизни и другие далекие берега. Югу от Каспия, в Иране, на Персидском заливе, за Амударьей в Афганистане и еще дальше в Америке, в Англии, даже в Австралии, на Ближнем Востоке. И обо всем важном, интересном, что происходит на близких и далеких берегах, я буду рассказывать на этом YouTube-канале. Подписывайтесь.